В гостях у сказки 1 июня воспитанники Новомихайловского центра детского творчества показали театрализованное представление «Незнайка и его друзья». Рассказали о важности дружбы и как она помогает в сложных ситуациях. Зрителями спектакля стали самые маленькие жители Новомихайловского поселения, родители и наша съемочная группа. Меня что-то ударило по голове. Странно, никого нет. Незнайка, Пончик, Винтик и Шпунтик, Гусля и Пилюлькин. Этих персонажей знают и дети, и взрослые. С героями знаменитой трилогии Носова знакомятся воспитанники детского сада «Малышок». Творческий подарок для ребят подготовили актеры театральной студии «Квадратная луна» Новомихайловского центра детского творчества. В День защиты детей Центр детского творчества традиционно делает какие-то классные, яркие праздники. И сегодня у нас большой праздничный день, посвященный как раз столетию народного дополнительного образования Российской Федерации. С утра у нас театрализованное представление «Незнайка», ставит его театральное объединение «Квадратная луна». Это представление, конечно же, о дружбе для наших детей. По сценарию сказки друзья строят воздушный шар, чтобы отправиться в путешествие, но сталкиваются с чередой неудач, в которых виноват Незнайка. От главного героя отворачиваются все жители городка, но спустя время Незнайка понимает, как тяжело жить без друзей. Ариана и Сажа в постановке играют Незнайку и Гуслю. Для девочек это не первый спектакль, они уже год занимаются в студии. И если для Арианы сцены – это хобби, то Сажа в будущем планирует поступать на театральный факультет. Своих друзей нашла, и у меня появились много общений, и я узнала, что мне надо вот всю силу в себя вложить и рассказать, как бы, чтобы все услышали мой голос, чтобы все было хорошо. К премьере актеры «Квадратной луны» готовились целый месяц. Редактировали сценарий, разучивали реплики, продумывали декорации и костюмы. И старания не прошли даром. Подарить праздник малышам и родителям удалось на все 100%. Мне больше всего понравилось, как Незнайка все делал не так. Мне понравилось, как Незнайка нарисовал портрет девочки. Мне больше всего понравился в сказке художник. А почему? Я стану таким же художником, как он. Моя дочка Ариана Калащан играет главную роль в этом спектакле. И поэтому мы, конечно, с удовольствием всегда посещаем такие мероприятия, потому что мы поддержка для нее. Юлия Хворостянова, Алексей Кузьмин, Аркадий Коваленко, телеканал «Орленок ТВ».